Разметка песочные часы. Разметка песочные часы. Эта разметка позволяет нам с вами работать с пациентами. С деформационным типом старения, не увеличивая скуловую зону, не подчеркивая морщины, гусиные лапки, подтягивает угол рта, носогубную складку и приподнимает угол и приподнимая овал лица. Значит, что касается данной разметки. Мы с вами ищем наружный костный край орбиты. Латеральный, да? То есть это латеральный край лобного отростка скуловой кости. Вот вы внутри потрогаете внутренний, а вот наружный край, да, вот. И вот по этому ребру раз и провели линию. Вторая линия, это крыло носа, завиточек уши, вот ухо. Вы находитесь, сейчас я подрисую. Вот. Вы находитесь на скуловой кости. Вот, на скуловой кости мы с вами находимся. Дальше. Делаем разметку. Раз, два. Песочные часы. То есть, вот здесь вы должны попасть на скуловую кость, верхний край. Здесь вы не должны выйти за скуловую кость, артерия трансверса. После этого вы берете препарат. Под углом 90 градусов вы входите до кости. Вот это первая точка, вторая точка, третья точка. Значит, в первую точку вошли, положили препарат 0,05 мл. Подтянулись на цену деления шприца, шприц принцесс-филлер, деление по 0,05 на мастер-классе, на практике все покажу. Подтянули на цену деления. Положили еще 0,05. Подтянулись на цену деления. Положили еще 0,05. В зависимости от объема мягких тканей вы положите 3 или 4 болюса по 0,05 мл. Если игла ушла полностью на всю глубину, вы положите 3 болюса. Если 4 болюса, если на пол, на всю. Если у вас меньше ушло, то вы можете положить 3 пульса, в зависимости от ткани. Вошли, положили, подтянули, положили, подтянули, положили, подтянули до видимой гиперкоррекции. Так можно только препаратами принцесс, потому что они потом в дерме разойдутся. Сюда положили. Дальше мы с вами начинаем тянуть. Мы хотим приподнять, приподнять угол губы, приподнять носогубную складку и овал лица. Поэтому мы входим во вторую точку, выше лежащую. Доходим до кости, аспирационная проба, и потом опять начинаем 1, 2, 3. После того, как мы здесь подтянули, смотрим разметку третьей точки. Часто она может уйти у нас с вами чуть пониже, поэтому посмотрели, где разметка, чтобы вы оказались на кости, вошли, встаете на кость и тоже кладете... приблизительно 3 болюса. Как правило, если в первую точку я положила 4 болюса, то во вторую и третью точку я положу 3 болюса. Ну, это как правило. Если у вас остается, у вас хорошая скуловая дуга, вы хотите сформировать линию отже, вы нарисуете дополнительную линию, четвертую, и тоже ведете сюда препарат. Тем самым вы полностью сформируете линию отже. Это так, как, понимаете, получается как смаз-лифтинг, да, то есть это не замена процедуры, но мы с вами работаем с точки смаз-лифтинга. На половинку
Наполовину. У вас уйдет препарата 0,55 миллилитров препарата. То есть пол шприца на разметку песочной часы с одной стороны и пол шприца на разметку песочной часы с другой стороны. В результате, вот у нас с вами носогубная складка уменьшается полоса по глубине, но только так, смотрите, чтобы была возможность перемещения. Приподнимается угол губы и подтягивается овал лица. Кроме того, очерчивается скуловая зона, если мы с вами сделаем акцент на подбородок, да? Сделаем треугольник молодости.